К другим темам. На благотворительном вечере собрали деньги для детского дома в Марксе. В одном из саратовских ресторанов прошел аукцион, во время которого посетители заведения могли приобрести понравившиеся картины молодой саратовской художницы Анжелины Аганиной. Все деньги, собранные на благотворительном вечере, направят в Марксовский дом для детей с заболеваниями нервной системы. Подробности в нашем следующем сюжете. 6, все хорошо. Кто готов поднять ставку? 6 000 рублей пока. Здесь торгуются, не скупясь. В одном из саратовских ресторанов проходит благотворительный розыгрыш картин саратовской художницы Анжелины Аганиной. Девушка уже дважды мама. И после посещения детского дома Маркса для детей с заболеваниями нервной системы она поняла, малышам нужно помочь. Идея продажи картин постепенно оформилась в благотворительный вечер. Особенно желание, да, родилось, когда я побывала в этом детском доме и увидела самих детишек, да, как они действительно нуждаются в этой помощи и поддержке. И, знаете, душа художника, она чувствует немножко по-другому, немножко иначе. Ну, просто те ощущения, которые я получила в этом доме ребенка Маркса, я просто не смогла уже жить с этими ощущениями. На помощь пришли спонсоры. Желающих помочь детям оказалось немало. Поддержали акцию такие компании, как «Фасад спецстроя» и «ПКС Саратов». Организаторы аукциона говорят, это здорово, что так много небезразличных людей. И было бы хорошо, если бы каждый из участников благотворительного вечера просто посетил Марксовский детский дом. Этим детям важны не столько подарки, сколько внимание. Почему конкретно этот детский дом? Мы ездили туда 13 ноября, и моя жизнь перевернулась, если честно, после этого. Меня приубило так, что я почти на сутки, наверное, я замолчала, я постоянно обдумывала. Есть какие-то вопросы у меня детские, наверное, еще в голове, на которых я не могу дать ответ. Почему дети такие? Почему родители бросают детей? Почему они болеют? Покупают по одной и даже по несколько картин. Виктория, например, унесет с аукциона сразу 4 полотна. Говорит, пришла помочь детям, а сама влюбилась в картины Анжелины. Нравятся сами картины. Нравится творчество Анжелины. Очень понравилось ее... Ну, будем говорить, цветопередача, ее сюжеты очень интересные. Ну, и вообще, манера исполнения у нее, вот мы посмотрели все картины, они все разные. Каждую картину оценивают в несколько тысяч рублей. Все деньги, полученные во время благотворительного аукциона, пойдут в Марксовский дом-интернат для детей с заболеваниями нервной системы. На вырученные средства там планируют приобрести медицинское оборудование и кровати. Елена Петрова, Александр Бочков, РЕН-ТВ, Саратов.